кондитерском цехе крупного самарского пищевого производства некогда скучать. Необходимо быстро собирать многочисленные заказы на торты и пирожные. Чтобы работа шла веселее, в цехе включают музыку. Признаются, так работа выполняется быстрее. Ну, музыка, она всегда дает как бы положительные эмоции, да, и хочется что-то делать и побыстрее, и повеселее. Поэтому с музыкой-то, да, повеселее. Так как работа в основном стоячая, то необходима и регулярная разминка. Особенно важно держать в тонусе опорно-двигательный аппарат. В рамках проекта «Зарядись» профессиональная спортсменка Татьяна Стельмах провела зарядку для специалистов цеха. И спорт необходим для здорового образа жизни, но также хотелось бы отметить, сегодня коллектив очень тепло принял. И в первую очередь, на мой взгляд, помимо того, что это здоровье, это также создает очень уютную атмосферу в коллективе. Спорт сплачивает, опять же, людей, у них появляется команда. На предприятии уделяют внимание не только тем, кто непосредственно задействован в производстве продукции, но и сотрудникам из других отделов. Мы проводим производственную гимнастику не только с производством, но и с офисными сотрудниками. То есть работа за компьютером тоже как бы напряжение идет на, тоже на шею, на плечи, на спину. На предприятии глубокие спортивные традиции, поэтому они с удовольствием присоединились к проекту «Зарядись». Эта идея нам очень понравилась, и мы, конечно, воспользовались ей и на своем предприятии воплотили ее. А главное, что эта идея понравилась не только нам, а нашим работникам. Они с воодушевлением это восприняли. У нас достаточно тяжелый физический труд, и вот эта вот легкая разминка создаст настроение и улучшит производительность труда. Проект по проведению производственной гимнастики «Зарядись» появился по инициативе профсоюза работников агропромышленного комплекса. 10 предприятий уже регулярно устраивают физкульт-минутки для своих работников. Многое зависит от руководителя. Как руководитель, какую политику у себя на предприятии проводит. Вот Литерген Ерошина – это очень активный руководитель, известный у нас в области. И она сразу подхватила эту идею. И действительно, сегодня люди, собираясь на производственную гимнастику, поднимает настроение. Такие производственные зарядки являются частью проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» и проходят также при поддержке городского департамента спорта. Польза от производственной гимнастики, от различных физкульт-минуток, от утренних зарядок, она очевидна. Мы надеемся, что это будет и для многих первой ступенькой к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Организаторы уверены, что, увидев результаты проекта, связанные с повышением производительности труда, к нему присоединятся предприятия и из других отраслей. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.